Рады вас приветствовать на матче, который, вот кто бы мог подумать, кто бы мог представить, что сегодня в славном городе Ярославле, пусть даже и небольшой прошел дождик, сейчас уже тучи расходятся, здесь сегодня не Шинник Сочи, ребята, сегодня здесь Эль Классико мирового футбола. Я не преувеличиваю, только в Ярославле, только в рамках Мелбет первой лиги. Сегодня встречаются тренеры, поработавшие в Реале и в Барселоне. Поэтому сегодня матчище. Шинник Сочи, Черышев против Морено. Кардинально решил поменять наставник ярославцев вратарскую позицию. Но, тем не менее, хочется верить, что здесь вратарь у ярославца тоже может не посыпаться. Дуэль сегодня вратарская еще вот до кучи, да. Мы наблюдаем с вами, играет Сантос, Марсело Алвес, играют на левую бровку. Здесь Никитин, новичок, под левую, под правую все-таки. Назад под передачу Магалю и Ван Больт вступает в игру. Да, здорово, там кивнул головой Гури Рапа, Ван Больт сыграл. Розыгрыш стандарта, домашняя заготовка, передача на линии штрафной. Мяч остается у Сочи, закрывает корпусом Барт под удар. Нет, ошибка, и выходит Самойлов через правую бровку. Попытается выйти, тут же накрывают его. Это опять же для момента, который был у Сочи. И Сочи мог открывать счет. Сейчас Никитин. Никитин, 29 номер, там просто подарил мяч сопернику. Поэтому будем за этим тоже следить. Момент падения, что показывает Фролов. Точка. Косогоров, к сожалению, Косогоров. Желтая карточка и пенальти. Да, готов Фролов, готов бразилец, и 1-0. Уверенно, 18-я минута, капитан взял на себя и решил эпизод в пользу Сочи. Четкая реализация 11-метрового удара выводит Сочи вперед. Пенальти. Дебютирует в этом сезоне в лучшей лиге мира, в Мелбет первом дивизионе. Косогоров три матча на замену выходил сегодня в стартовом составе. Момент еще один Сочи. Неплохо. Переводили мяч слева направо. Там Барт показывает нам. Опять же, бровка ближняя к Черышу. Я думаю, подсказ там неоднократно такой. Ой-ой-ой-ой-ой, Ван Больт. Едва Гуари Рапа не наказал вратаря. Контракт выкуплен. И Гуари Рапа теперь полноценный сочинец. И Марсело налево. Здорово! Ну! И вне игры, вне игры, вне игры, ребята! Вне игры! Да, да. Забежал там, отдававший передачу. Самойлов отдал мяч налево великолепно. Там кто потом пасовал на Жамалединова? Олейников в падении. Олейников был во вне игры. И, конечно, вот даже тут не количеством, а качеством. Кого я назвал, это, конечно, футболисты, которые классно играют в Ван Больт. Но это ближний угол, это классика. Это надо закрывать. Ну и сейчас тишина у нас была на трибунах. Я проверил, есть ли там болельщики. Ну вот начали кричать: вперед, Шинник, вперед, Шинник. Ой-ой-ой! Ну и что это? Второй мяч сами себе привезли ярославцы. Айда Барт! Подача, и, конечно, вот здесь, тут защита, тут Ван Больт вышел, и кто там сыграл неудачный из обороны? Ну, это Артур Черный, да. Ну и Шинник. Подача сейчас. Черный, Ван Больт вдвоем не разобрались, мяч попал в штангу, и Барт в одиночестве. Момент, может быть, у Шинника, подачу нужно было сделать, доходит между загре, дальше скидка, и вот здесь удар, может быть, Шакура, ну Шакура же говорил, подсказывал, мне удобнее, зачем ты разворачиваешься? Подача, Макарчук головой играет, дальше Загре, дальше Самойлов, да, с левой, ну и Шакура, вот этот жест, ну я же рядом, я же, мне же. Дебют в центре нападения этого защитника, здорово, Шакуро, и продолжение, удар с левой, Карабашев, болельщики уже уходят с трибун. Третье домашнее поражение в сезоне светит Шиннику. Ни одного матча на ноль. С игры ни одного забитого мяча. Вот момент, ну-ка! Нет, Карабашев. Там были высоченные Фафана и Загре, но пробить не удалось. Мяч в перчатках у голкипера гостей. Поздравляем команду Роберта Морено с первой победой. Убирает ноль в графе победы Сочи, набирая 4 очка, поднимается в таблице, ничья и победа.